Приветствую, друзья! Сегодня у нас еще распаковочки. Посмотрим, что нам тут пришло. Судя по всему, пришли принадлежности для туризма. Да-да-да. Это так называемая фольга, я ее называю вообще. Оно называется термоодеяло. Очень-очень, друзья, полезная штука. Вот почему-то разных видов. Вот видим, что 130 на 210. 130 на 210. Ну вот не самая большая на самом деле. 130 на 210. Вот, заказал их 6 штук. Для чего они нужны, друзья? В холодных местах. Вот сейчас в горы скоро поеду, судя по всему. Иногда беру с собой легкий спальник, ну летом какой спальник взять, не пуховой же на самом деле. Беру легкий спальник, а оказывается ночью очень холодно, например, пройдет дождь и все, и холодрыга. Вот эту штуку накрываю двумя между палаткой и тентом, все вообще очень тепло становится. На крайний случай, когда вообще очень холодно, то сам укрываюсь термоодеялом. Можно сидеть с ним у костра, если сидеть с ним у костра, вообще вот сзади просто накидываешь, как накидку. Ну и просто очень жарко, даже в самых холодных местах. Рекомендую. Они дешевые. Если кому нужно, ссылку в описании оставлю. Напишите, что вам нужно. Ну, вот такие штуки. Подвигаем. И следующая посылочка сразу. А вот что здесь, не очень помню. Очень много таких туристических вещей заказывал. Что, где? Друзья. Тоже долгожданная посылка на самом деле. Купил себе рюкзак. Кто смотрел мои обзоры, видел его. А вот накидки на рюкзак не было. Вот она. Отдельно куплена накидочка на рюкзак. По-моему, доллар стоит. На любой рюкзак лезет. До, по-моему, 70 литров, что ли. Ну, на мой взгляд, 70 литров сюда не влезет, друзья. По-моему, литров, ну, 50 максимум. Перехитрили меня китайцы. Ну, попробую. Но мой рюкзак точно не влезет. У меня походный рюкзак. А вот это вот мелкота. Не знаю, что делать. Подумаю. Наказать для китайца или использовать для какого-нибудь мелкого рюкзачка. Посмотрим. Ну, на этом, друзья, все. Ставим лайки, подписываемся на канал, смотрим другие мои видео. Подписывайтесь, кстати, друзья, на группу ВКонтакте. Там все видео тоже есть. Вы это там в своих новостях увидите и легче посмотрите все. Всем пока, друзья, всем удачи.